հարգարժան ազգային ժողովի հարգելի պողնախագա Ձեր թույլտվությամբ խարշվառնելով պահի թելադրանքը Ձեր թույլտվությամբ եթես կլինի թեմայից դուրս եւ ռուսերենով ռուսերեն լեզվով մեր ռուսախոս հանրհանրության համար Уважаемые коллеги, дорогие граждане Республики Армения, хочу выступить на русском языке как парламентарий от проживающих в Армении русских, а также как член парламентской ассамблеи ОДКБ. В эти минуты азербайджанские войска применяют артиллерию и активно обстреливают приграничные позиции в Сьюницком регионе Армении, страны-члена ОДКБ. Напоминаю, что основной целью организации договора о коллективной безопасности является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет, в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. Авантюра азербайджанских властей является продолжение безнаказанных действий на протяжении всего периода после подписания трехстороннего соглашения и особенно после выражения четкой позиции армянской и российской стороны об отсутствии в повестке так называемого Зангизурского коридора. Мы акцентируем внимание нашего стратегического союзника Российской Федерации, а также организации договора о коллективной безопасности и всего международного сообщества на продолжающиеся агрессивные действия со стороны вооруженных сил Азербайджана. Мы убеждены, что данные действия направлены против суверенитета, территориальной целостности Республики Армения, региональной безопасности и стабильности, а также противоречит положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Хотим очередной раз подчеркнуть решимость власти и народа Республики Армения в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости своей Родины. Спасибо за внимание.